Ну ты куда один-то умчал, ёлы-палы? Ну здесь сейлы еще взлетают. Так, я наблюдаю. Вот опять... Взлетайте, ничего страшного. Начали ходить по очереди. Собираемся в стаю. Давай, 421-му, 8-му вас жду. Окей? Да, давай. 421-8. Принято, 421-8. Какой 421? Сейчас мы кружок сделаем над филдом и выберемся. Ты, ну-ка еще раз посмотри поточнее циферки. 421-8 сектор. Там уже не пикетовка. За Волгой уже. А с какого филда вообще взлетает? Татьянки. Есть, пикетов. Все, понял, да. Да. Не туда глядю. Извиняйте. Ай-яй-яй. Нет тебе прощения. Ну потерялся, а что поделаешь? Нет тебе прощения. После такого групповика, как был. А, ну ты ж после групповушки. Да. Ты давай там это, скидки вид. Нихуя там бахнул. Шурт, блядь. Да, как обычно. 2-килограммовку сбросил. Ну, блядь, не говори. Так, вы где, парни, илы? Под речкой вон идут к тебе. В районе речки, точнее. Так, 421, сектор 9, да? 8. Ну, сейчас 9, принято. Да? Сейчас 9, сейчас будет 8. Ну, короче, где-то тут, блядь, над пикетовкой. По нулям кружусь, а. Оно давать не буду. Что танкист нашел этого моряка? Я его нашел, моряка, но он уже от цели отходит. И меня да чуть бак, пусть бак летит, пробил. Да пусть летит, время хоть потеряет. Что ему устраивает, ну, телепорт? Че, парни, илы нашли меня, нет? Нет, подлетаю, еще 2 секунды. Еще не дошли. Как найдем, скажем. Ну я еще один кружок. Все, я его действительно бросаю, пускай он дымит там и летит там. Да, я его, это, радиатор у него пробит и 2 дырки в топливных баках, я думаю, уже не дотянет. Ну вот, и пусть еще попробует сесть. А, все, он все разбился. Я наблюдаю, новатор. Наблюдаешь? Ну, сейчас. Нет, он мимо проходит. Да. Но он знает, что стекло, я сзади. Стекло, блядь, иди сюда, сука. Стекло, блядь. Да? Да вообще. В натуре. Да ладно, смотрите внимательно еще. Да нет, мы уже не догоним. Да это понятно, что вы не догоните. За моим 6 гляньте. Смотрим. Так, что-то снизу заходит на тебя. Принял. Сзади он у тебя, мы не дотянем. Вверх это ушел. Я могу. Так, иду в вашу сторону. Добивает, в нашу сторону уходит. Ё-моё. Тут еще... Это я был, ёлы-палы. Внимание, на вас нападение. Саня, это ты что ли? Стрельнул. Конечно, ёлы-палы. За ножичным ты гнал? Да. Я ждал тебе. А какой так, за ножичным? Я пробитый, вон, кстати. Так, внимание, двое наверху переворачиваются, ил, который проходит. Принял. Блин, на меня заход. Так, заход. Да, он проскочит мимо. На меня пошел, один. Да, на меня Михалыч молчит. На ила пошел, на ила. Отвернул. Да, наблюдаю. Так, второго не вижу. Ты достреляешь, пойдем. Слева не вижу. Да. Сейчас ил его наебнет. Не надо, не светись. Так, а смотри, вон у нас внизу кто-то лупит. Вон по нулям. Атака какая-то.
вправо, вправо пошел, над рекой он разворачивается. Банзай. Это как раз над нашей артой. 87-я работает. Так, на ИЛА что ли? А нет. С ножками кто идет? Пошли с ножками. Всем добрый вечер. Добрый. Здорово. Здорово. Пробил ее. Вон, смотри, за мной будет лезть сейчас этот. Так, еще одну не вижу. Тебя тоже не пролил. Хорошо, принял. Работай ее, я и с этой. Горит! Я подсол. Я атаковал, я. А кто дымный? Иди вот опять идет. Да. Я вижу, он сейчас будет на меня пытаться зайти. Можно увидели, блядь, с тобой пройти. Ты атакуешь, да, дымный? Пошли на склад. На отлично, на... отлично. Ой, на Арфилд. Отлично, работаем. Давай дальше. Маленько восточнее отходим. Он под тобой влево ушел. Вправо. Понятно. Перекладывается. Я перегрев, мне остыться надо. Давай, остывай. Я-то нормально. У меня пушек нет тоже. Пулемет отойди. Я его вытащу тебе. Давай, вытащу. Или штурманем, да. По разу. Давай, пробивай его. А он так, понял. Я вижу. Сейчас. В пулеметик зайду. Блин, еще не сбитые. Кто? Пробил еще. Все. Ну ладно, давай еще разок зайду. Там кто-то видел нахуй запах восточнее хуярит. Так. Да нет, я имею в виду восточнее Рафилда этого. Так, смотри, а ножка. Я тоже ухожу, а ножка идет. Все, я бросаю его. Давай, принял. Давай, уходим. Блин, штук зараза развернулся, еще на меня заходит. Вообще оборзело. Этот, что ли, как его? Мистер Икс, да, зараза, вот, попал. Попал, сука. Вражина. Ты видел? Да не в меня, это в меня попали. В меня попали, блядь. Да и а понятно, я здесь еще тоже обстрелян. Да, ну отлично, а у я него может, топливо вылилось. Откуда взлет, Джир, скажи? Я еще не вернулся, лечу еще на посадку. Взлетать буду со средней автобы. Понял. А я же тебе говорю, что это он был. Ребят, надолго, я бомбить там с высоты только, так что пока, я потом еще позову. Там пидораса 2 дежурит на севере, блядь. Он же поможет, а, парни? Мы с пидорасами не связываемся. Да, ну вот там они два пидора, блядь, на высоте сидят на 4 километрах. Я сейчас туда лечу. Да и пусть сидят. Один я с ними нихуя не сделаю. Так они, блядь, понимаешь, там вообще даже подойти к цели не дают никому абсолютно. Ща подойдем. Да надо цель поменять. Давайте сходим на южный Арфилд. Чё, блять, а потом что, они все север? В одном месте будут пастись нам? Да они так подумай. И так все в одном. Ну и какая разница? Ну закроешь ты этот сейчас северный. Они будут пастись на южный. Ну дальше-то что? В чем? От перемены мест слагаемых что изменится? Почему? Потому что. Нет, а почему, если ты закроешь северный Airfield, здесь одну точку надо оставить, понимаешь? Можно оставить. И наша сейчас задача их растянуть. Вот и все. Я так и не понял, что ты этим хотел сказать. Если ну, мы сейчас уничтожим Airfield, если мы их сейчас уничтожим Airfield, вот этот северный, то тогда они растянутся на два направления. На крайний юг и на крайний север. Все. Дальше хорошо, можно работать я понял. Спокойно. Ну, я сомневаюсь.
Вот я приблизительно это имел в виду, да. Ну, понимаешь, недобитый хуже, чем это самое. Ну, я бы так не сказал. Да на севере уничтожили все тяжелое, но они даже зены не дают уничтожить. Понимаешь, в чем ну, дело? Ну вот, смысл? Ну летать дохнуть туда, черт.